После очередного обстрела российско-фашистскими оккупантами одного из спальных районов нашего города у моего друга была повреждена квартира. Он прислал мне ролик. Я намеренно не удаляю его комментарии, потому что они очень эмоционально показывают отношение друга к русскому миру, который незвано пришел к нему. А незваный гость хуже татарина. Вы это знаете. Ебаный русский мир, блядь. Ебучий русский мир, блядь. А вот так в подъезде дома, после обстрела российско-фашистскими оккупантами, стекла повылетали, и пока рамы заделали пленкой.